Всем привет! Я снова всех категорически приветствую. Сегодня у нас очередная распаковочка очередных товаров из очередного Китая. Сегодня у нас комплект. Это должен быть мега клавиатур и мега мышь. Напоминаю, у нас распаковки. У нас не тесты, не сравнительные тесты, не анализ, не ликбез по параметрам. У нас просто распаковка, то есть мы заказали, нам приехало, мы распаковываем, как оно приехало, в каком виде и то ли это приехало, что мы заказывали. Ну вот мышка приехала вот в таком виде, выглядит вот таким образом. В принципе, неплохая игровая мышка, это, я так понимаю, двойной клик, собрано неплохо. Так, правда, покрытие не soft touch, я надеялся, что soft touch будет. Типа игровая мышка, в оплетке кабель. Ну такая, ну немножко, да, неплохая. Так, боковые, вперед-назад, двойной клик, переключение DPI-ек. В общем, в принципе, все, что должно быть в мышке, все есть. Но упаковка пострадала, то есть упаковали не очень качественно, прямо скажем. Вот как-то так. Так, а здесь у нас должна быть клавиатурка. Клавиатурку открываем. Ага, она должна быть с подсветочкой. Тоже типа игровая, правда, в чем игровастость, я не знаю. Так, подсветка, красота, все дела, все на месте. USB-шное подключение, все как договаривались. Выглядит красиво, нарядно, богато, но с дефектами. Ага, вон на ней уже трещина видна. Видите? То есть доставка не удалась. Не удалась, это плохо. Ну... будем открывать спор с китайцами. А что делать? Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на магазин будет в описании. Там же будет ссылочка на кэшбэк. Проходите, покупайте с кэшбэком. Не давайте китайцам наживаться на себе сверх меры. Ну а на этом все. Пока-пока, ребята.